друзья, всем огромный привет! Хочу сегодня приготовить белевскую пастилу. Я подготовила уже яблочки, порезала, очистила их от сердцевины, сложила на противень и сейчас поставлю в духовку на 180 градусов на 40 минут. Прошло 40 минут, яблочки подрумянились. Сейчас немножко они подостынут, и я со шкурки сниму мякоть, пюре. Вот так вот здесь у меня вышло где-то 500 грамм. Яблок неочищенных я брала кило 100, кило 150. И получилось пюре 500 грамм. Все сейчас буду взбивать миксером пару минут. А можно также погружным блендером измельчить в пюре. Нежное, нежное. Но я буду все взбивать миксером. Сейчас я добавлю часть сахара. Сахара я взяла 160 грамм. Половину высыпала. И также буду все взбивать 2-3 минуты. Через 3 минуты добавлю белок 1 яйца и снова буду взбивать. Взбивать буду 3-4 минуты. Масса в объеме увеличивается, пюре белеет. Это так все и нужно нам. Через 3 минуты высыпаю оставшийся сахар и снова взбиваю. 2-3-4 минуты. Смотрите по вашему пюре, чтобы масса была белая и увеличилась в объеме в 2 раза. Вот такая масса должна получиться. Она не должна стекать с лопатки. Теперь я отложу 3 столовые ложки. Это будет у нас начинка. Уберу в холодильник. Возьму пергамент, постелю на противень и выложу всю белковую массу. Всю пастилу сюда. Бумагу, пергамент лучше брать белый. От нее легче отходит пастила. Ну и это тоже можно снять аккуратненько. Все распределяем, разглаживаем тонким слоем, не толще 1 сантиметра. Убираю в духовку на 5 часов при температуре 80 градусов. Прошло 5 часов, я пастилу вытащила из духовки, дала постоять 30 минут, сняла бумагу. Теперь пастилу разрежу пополам. Ножичек надо смачивать водой, чтобы не прилипало. Сейчас разрежу пополам, достану из холодильника начинку. То, что вот мы откладывали. Начинку нужно распределить на одну половинку пастилы равномерно. Накрыть второй половинкой, слегка придавить. Затем завернуть в пергаментную бумагу, сложить в пакет. И убрать при комнатной температуре на 10 часов, чтобы оно пропиталось.